Еще раз привет-привет, мои прекрасные друзья. Посмотрим на танкер поближе. Танкер есть, ошибка. Сухогруз с сахаром. Хотел вам показать очень интересный момент с лавочками. Смотрите, хочу такое сделать в Болгарии тоже. Видите, состоятельные люди хотят увековечить память о своих предков. И вот они ставят такие скамеечки за собственные деньги. И что мы видим? Мечтатель, который что-то предпринял в действии. Видите, как это все красиво и интересно, если правильно подходить к жизни и после жизни. А также можно посадить дерево. Сейчас покажу. Видите, посадили дерево и сказали, кто и почему. Видите, какая красота. Ну, и также вот здесь все скамеечки, они с табличками. И это все сделали жители города для себя и для других. Ну что, чао-чао.